Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Вот. И поскольку мне снова стала очень близко знакома тема материнства и детства, сегодня я бы хотела сделать небольшой обзор на продукцию, которую я сама использую, и дать советы об ее использовании, насколько она эффективна, качественна и так далее. Ну, давайте начнем, наверное, обзор с подгузников. Это именно то, чем нам приходится пользоваться практически каждый день, особенно когда ребенок маленький. Поэтому я бы хотела сделать небольшой обзор. Мы уже покупали производителя разных фирм, поэтому я бы хотела начать, наверное, с той фирмы, которая мне не понравилась. Ну и потом расскажу о тех подгузниках, которые мне очень понравились. Вот такая упаковка Funny Bubbles. Кстати, по цвету и по рисунку, может быть, не знаю, очень напоминает фирму Pampers Sleep and Play. Ну, нет, это Funny Bubbles, не путайте. Подгузники мне вообще не понравились, отвратительные, ну, очень дешевые. Такая пачка, сколько здесь, 18 штук, стоила в абсолюте в нашем 171 рубль. То есть меньше 10 рублей за штуку. Вот так вот он выглядит, с коровой, очень жесткий прям, вот, не знаю, слышно, да? Такой звук ужасный, как будто, да. Очень жесткий, очень неприятный, хоть написано, что он, на какой вес рассчитан, 3,6 килограмм, ребенок у меня родился 4,330. Сейчас ему 23 дня, я не думаю, что он стал больше 60 килограмм. Подгузник очень маленький, очень маленький. И когда вы его застегиваете, даже на вот эти крепления, застегиваются практически на самый край. И вот в этих местах, где ножка, и вот где сама вот эта застежка идет, постоянно натирает ребенка. Там красновато. Я стараюсь их вообще не использовать, но у них иногда как -то. Не рекомендую. Хотя цена, конечно, дешевая. Если вы пользуетесь подгузниками крайне редко, только на выход, ну, нужно взять, хотя я бы не советую. Еще одни были подгузники, мне они понравились. По-моему, они назывались Sensio, что ли. Они дорогие. Пачка у нас в оптовом магазине Светофор стоит 300 рублей, там 44 штуки. Они как раз, по-моему, ну, туда входила категория до 9 килограмм. И вот они были хорошего качества, уже мы их использовали, к сожалению, не могу вам показать. Те, хочу показать подгузники, которые мне показались вообще идеальными. Вот так они выглядят. Pampers Premium Care. Впервые я с ними познакомилась, когда их подарили бесплатно в женской консультации. Но это очень хороший маркетинговый ход со стороны компании Pampers, который позволяет потом, наверное, молодым родителям покупать их постоянно. Прямо на них написано «мягкие, как шелк». На самом деле это так и есть. Они очень мягкие. Так. Ну, если сравнивать с предыдущими, да, то есть очень такие мягенькие, нежные. Что мне больше всего в них понравилось? Значит, от 3 до 6 килограмм также написано, но они гораздо больше, смотрите. Да? Здесь есть такая прям, ну, во-первых, то, что они действительно очень приятные на ощупь и такие мягенькие. Здесь есть такая полоска индикатор желтого цвета. Спереди и сзади. Когда малыш сходил в туалет, описывали, пока она меняет цвет на синий. Голубой синий. То есть, мы, допустим, очень любим носить бодики, да, то есть человечка такого слитного. И постоянно его расстегивать, чтобы посмотреть полный памперс сзади, да, или нет, было бы неудобно. Вот в таком подгузнике это вообще идеально. Чуть-чуть расстегнул кнопочку, подглянул, полоска изменила цвет или нет. Если она голубая, то пора менять.
Хорошо. А что еще? Цена. Он стоит где-то 390 рублей в абсолюте, тут 22 штуки. Штука выходит, ну, дороже. Может быть, не 390, может, подешевле, но дороже 10 рублей точно. Три впитывающих канала, 12 часов, индикатор влаги. Очень классный, мне очень понравилось. Поэтому рекомендую. Поскольку ребенок родился крупным, я думала, вдруг ему будет не хватать молока, и приобрела вот такой фиточай. Называется Лактагон. Во всех аптеках его можно увидеть. Он всегда есть на прилавках. Значит, тут пишут, что способствует усилению лактации, больше молока в среднем до 78%. И уменьшает метеоризм у малыша. Это тоже для мам очень важно, потому что когда у малыша метеоризм, он очень беспокойный, и мама уходит очень много сил, чтобы его постоянно носить, чтобы ему было полегче. Не заметила эффекта вообще. Я вначале боялась принимать этот чай, потому что написано больше молока в среднем на 78%. Я думала, ничего себе, у меня сейчас как тут все разобрет. Эффект написано заметен со второго дня. Пить нужно по 2 пакетика в день. 2 пакетика в день, 2 дня я попила, какого эффекта не заметила. Может быть, у меня просто достаточно молока, и я поэтому не заметила. Может быть, если у женщины его очень мало, и она начинает пить такой чай, то она замечает эффект. Но мне почему-то показалось, что никакого эффекта не было. 25 порций здесь, 10 компонентов, трава душица, мята перечная, листья крапивы, листья мелисса, молочко маточное, плоды фенхеля, имбирь, морковь, ламинария, витамин С. Один пакетик в чашку, 200 мл воды, настоять 4-5 минут. Пишут, что желательно принимать в течение 10 дней, да? Ну, тут всего 25 пакетиков, это как раз на 22,5 дня. Не знаю, я бы не рекомендовала, потому что отсутствует эффект. Метеоризм, как, ну, в принципе, какой ребенок был, такой и остался. Иногда поплачет перед тем, как в туалет сходит. Мне во время беременности была проблема с одним зубом, это зуб мудрости. Он решил меня отвести, раскрошился весь, и его не лечили терапевты. Терапевт-стоматолог не лечил, потому что беременному нельзя никакие там не рекомендованные никакие уколы ставить, а зуб мудрости вообще идеально, когда весь раскрошится, чтобы вот все. Вот, и сейчас, когда после родов я решила заняться своими зубами, и я пошла, и его наконец-то удалили. Вот. Но из-за того, что мне нужно было... Ну, из-за того, что мне нужно было отличиться, мне пришлось купить вот такую искусственную смесь. Вообще я кормлю сама, но чтобы папа наш нервничал, после удаления зубов в течение 2 недель нужно ходить к хирургу-стоматологу на так называемые привязки. Вот, а он находится далековатенько от нас, надо ехать, поэтому несколько часов наш папа остается, ну, один, чтобы у меня ничего такого, ну, такую искусственную смесь. Поскольку мне также в женской консультации бесплатно давали продукцию Nutrilab и всякие буклетики, о них почитать, я решила взять именно Nutrilab. Однерчик с роли до 6 месяцев. А что могу сказать про смесь? Папа несколько раз наш кормил, он с удовольствием съедает. Больше ничего сказать не могу. Вроде бы никаких высыпаний, ничего такого замечено не было. Готовится просто. Вначале нужно прокипятить посуду вашу, да, там, не менее 5 минут, например, да. Вот. И затем здесь есть табличка по возрасту, сколько ложек нужно положить. И заливается водой печеной водой температуры 40-45 градусов. Хорошенько сбалтываем и даем ему, ну, пробуем на локтевом стыбе или на запястье, чтобы не горячо было, даем ребенку. Мне что больше всего понравилось, знаете, даже нет, я решила взять не только ребенка порадовать,
решила взять себе специальное дополнительное питание молочное основе Нутрима. Это производитель один и тот же, только Нутрилак для детей, Нутрима для матери. Смотрите, какие они классные. Упаковки. Вообще молодцы, конечно, те, кто занимается их брендом. Посмотрите, какие они одинаковые. Они похожи, да, у них дизайн. То есть, если вы пользовались, например, вот этим, когда вы увидите это, вы сразу поймете, что о, это хорошая фирма, если вам не понравилось, да, Нутрилак. Посмотрите, как оно вообще так. Вообще дизайн одинаковый, все. Мне очень понравилось, даже вверх. Хоть и разные значки, но картинки узнаваемые. Это позволяет вашему бренду, ну, этому бренду быть узнаваемым, да? Вот. Вот так. Классно, молодцы производители. Додумали все до совершенства, наверное. Вот. Нутрима, Фемилак. Для беременных и кормящих женщин. Но когда я была беременна, мне как-то вот это не попадалось на глаза, я уже была на хорошем сроке, вот рожат, когда мне впервые дали почитать в буклетике об этой продукции. Опять в одном. Сывороточный протеин, ну это белок, фолиевая кислота. Это в основном задержится у нас в растениях, да, предотвращает фолиевую дефицитную анемию. Омега-3 – это жирные кислоты, вы знаете, для формирования уклада мозга, да, там, зрения. Пребиотики – это для улучшения пищеварения. И витамины, минеральный комплекс – это тоже наше все. Витамины и минералы нужны как беременной, так и кормящей женщине. Еще что мне очень понравилось, я когда покупала, даже не обратила внимания, что тут написано со вкусом манго. Кто не знает, манго – это вообще мой любимый фрукт. Когда я пришла и заварила, я только потом увидела, прочитала, была очень приятная беременна. Вкус вообще потрясающий. Мне очень понравилось. Ну, может быть, это из-за того, что со вкусом манго, да? А когда я впервые выпила, ну, выпивать нужно всего лишь один стакан в день, заваривается 200 мл воды, тоже 40-45 градусов. Ну, у меня как-то получилось чуть ли не кипятком. Вообще классно. И что хочу сказать, что вкус мне настолько понравился, что показалось, что они туда добавили, наверное, какой-нибудь наркотик. Нет, ну это шутка, потому что хотелось выпить еще один стакан. Ну, может быть, просто мне не хватает какого-то вещества. Вот. Здесь расписана табличка по процентам. Сколько процентов от необходимости восполняет это дополнительное питание, сколько оно составляет для беременных, сколько для кормящих. Очень рекомендую. Надеюсь, что эффект есть. Но его можно добавлять не только в кипяченую воду. Тут написано, что можно добавлять также в качестве, использовать в качестве напитка, добавки в чай, какао, кашу и другие блюда. Он выглядит как обычное, наверное, сухое молоко. Вот, поэтому добавлять его можно. Но я никуда больше не добавляла. Пью просто вот именно как обычный напиток. Да? Ну что, написано, в период кормления грудью способствует улучшению состава грудного молока и восстановлению организма женщины после родов. Если это действительно так, вообще классно. На этом пока все. Если будут еще какие-то интересные продукты, я сниму о них небольшие обзоры. Всем пока!